Здравствуйте, товарищи! Не могу не поделиться с вами приятной новостью. К сожалению, я все время говорю больше о плохих новостях, о том, как бы следовало власти поступить, но, тем не менее, есть и положительные моменты. Ко мне обратилась жительница в соцсетях с просьбой помочь обратить внимание на то, что наш лес-полоса за 6-м микрорайоном города Видное до сих пор находится в непотребном состоянии и имеются большое количество поваленных деревьев. Я обратился в комитет лесного хозяйства Московской области с указанием соответствующего кадастрового номера земельного участка, где находятся все эти завалы. И мне пришел буквально там через 4 дня положительный ответ о том, что в летний-осенний период запланирована там уборка, опиловка и приведение лесополосы более-менее в порядок. Но каково же оказалось мое удивление, что буквально через эти же 3-4 дня основной бурелом был убран. Конечно же, не вся лесополоса была приведена в порядок, но, скажем так, работы начались. И это вызывает только положительные эмоции. Так что, товарищи, пишите, если видите какую-то проблему, обращайтесь в инстанции, опубличивайте это все. И только таким образом мы можем сделать жизнь вокруг себя лучше немножечко и заставить власть выполнять непосредственно свою работу. Всех благ!